Счастливые цвета для владельцев этого имени являются оттенки розовато-лилового, фиолетового или пурпурного цвета. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Число 3 для владельца имени имеет особое отношение к каждому третьему числу в ряде, то есть к 3, 6, 9 и ко всем их суммам. Владельцы с этим именем наделяют качества, которые обеспечивают наилучший путь к успешному общению, вызывая благожелательность и доверие окружающих. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Буква Ш в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. Буква К в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. В любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Согласное Ш в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Человек с буквой У в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. Буква Н в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.